название «Скользкие котята». Что это за формат? Возникла эта техника однажды спонтанно, как многие вещи в НЛП. Тренер просто случайно, это правда, произошло, перепутал, где он какой якорь ставил. Участница испытывала любовь к котятам, они были пушистые, замечательные, и не любовь к змеям. Они были скользкие и мерзкие. И когда тренер перепутал вдруг якоря, участница сказала: котята какие-то скользкие. Да? Это еще один формат коллапса якорей. Чем он отличается от первого? Тем, что мы не негативную меняем на позитив, а не замещаем. Наоборот. То поднимаем, то опускаем. Хорошее припускается, за счет того, что это поднимается, перемешиваем. Да, просто перемешиваем, да? Мы меняем состояние, просто меняем местами. Мы предлагаем вспомнить одно состояние, а якорь ставим на другое. Учимся готовить кошек. И то же самое, да, и то же самое делаем с другой стороны. Вы видели, как происходил коллапс у реки? Как это в теле происходило? Непонятно, как удивление. Как удивление. И смотрите, как красиво трактовал ее мозг это новое состояние. Вообще-то не жалость. Это теперь жалость. Но наш мозг любит все объяснять. И это непонятное состояние должен положить на нужное.